Всем привет! Вот такой вот красотун расцвел в августе. Уже, правда, он первые стрелки у него распустились пару недель назад, и вот уже постепенно увядают. Но так как ему было недостаточно солнышка, он как-то развивался не одновременно. В том году он цвел у меня, как в Инстаграме видно, 27 августа. И такой был пышный тоже кустик. Ну, так вот, если посмотреть, он, конечно, тоже пышненько цветет. Но развивался не одновременно, потому что не было достаточно солнышка ему. Ну, как только выставила его на солнце, конечно, все цветоносы пустились в рост. И есть о нем отдельное видео прошлогоднее. Ставлю ссылку, кому будет интересно. Ну и что это? Это Dendrobium delicatum. Так вот название пишется, потому что это природный гибрид такой Kingianum на speciosum. Ну и вот так вот он у меня и растет, и растет. Я его так и не пересаживала, потому что ему еще есть здесь место. Цветочки. Пытаюсь вставить название. Так, ладно. Очень приятный такой запах. Цветочки небольшие, но красивое такое белое облачко. Здесь распустилась такая моя плакучая орхидея, я ее называю. Я в нее влюблена. Это первый цветонос, который был открыт, и он такой более яркий, насыщенный окрас, прям красивые такие коралловые лепестки, обалденные. Есть еще тут цветонос. Очень мне нравятся ее спадающие цветы. Я уже о ней неоднократно рассказывала. Многим она тоже нравится, эта катлея. И эта катлея конфетти. Здесь распускается тоже такое яркое облачко. Очень красивая такая расписная губа. Обалденная. Это Cantleante trichotred. Вот такое вот название. Я думаю, что уже ее тоже многие знают. Цветочки небольшие, но очень-очень красивая, интересная губа. Ну вот запаха пока что я не слышу ни у этой, ни у моей любимицы. Ну, не всем же пахнуть. Тут еще распускается вот такая вот бархатная красавица, я бы сказала. Она, конечно, разрослась, эта катлея, в разные стороны. Не знаю, не хочется, конечно, мне пересаживать, рассаживать, делить, потому что все-таки страдают потом немножечко орхидеи. Но у меня уже цветет, наверное, третий раз, как я уже показывала ее. Разрослась очень быстро, с малыша совсем, Red Jewel. И такие реально у нее такие бордово-красные цветы, очень красивые. Она как-то вот вырастила новый ростик, процвела. Вот здесь вот тоже был, да. И вот постепенно вот так вот разрастается и цветет.
Есть, конечно, какие-то котлеи, которые непонятно, что им нужно, вообще не цветут. Ну, такой средний размер. Очень красиво. Вот реальный цвет такой. Красивая губа. Ну, тут, чтобы далеко не ходить, я уже поставила сразу такую вот. Красотка, конечно, в этом году очень много цветоноса выдала. Как их показать? Такие интересные цветочки. Такой пышный кустик, конечно, разросся, столько цветочков. Они не крупные, но интересные. Это максиллярия, ну, чтобы не ломать язык, кому интересно. Уроженка Бразилии. Она у меня содержится. Такое любит влажность. Ну, наверное, как все целлогены растут в таком небольшом горшочке. Ну и влажность. Зимой, конечно, можно сказать, что все отдыхали орхидеи и понемножечку к весне начали уже просыпаться, выдавать бутоны. У нас уже скоро весна. Поэтому все наоборот. У нас все расцветает и все пахнет. Просто обожаю гулять вокруг мимоза. Обалденные ароматы. Это тоже такая, такими какими-то специями пахнет. Красотка. Это еще одна красавица расцвела, но ее кто-то сразу поел. Поэтому я уже как-то думаю, ладно, не буду ее отвлекать, снимать. Не сильно у нее такой приглядный фотогеничный вид был, но запах, я вам могу сказать, просто обалденный. Шикарная такая бархатная губа. Это гибрид валькирианы. Такое название. Очень-очень интересная переливающая губа, но запах, конечно, запах здесь просто шикарный. Это обыкновенный soft cane дендробиум. Ну вот, нобели soft cane нас называют, мягкие псевдобульбы. Такие колокольчики. Красиво, пышненько тоже цветет. Это Gold Digger продолжает цвести. Еще один распустился. И вот, кстати, на заднем плане я вообще не знаю, что это у меня первый раз расцвело. Может быть, кто-то знает, подскажет мне. Такие интересные, конечно, цветочки. Маленькие, они небольшие, но очень такая яркая раскраска. Какая-то эпикотлея, мне кажется, потому что цветоносы такие высокие. Какой-то гибрид с, в общем, господи. В общем, запуталась я, эпидендрум. Наверное, эпикотлея, правильно я сказала. Вот какой-то. Какой-то гибрид. Не знаю, что. Это еще такой малышок расцвел, но, к сожалению, я не успела заснять. Он уже начинает увядать. Но кто хочет посмотреть его полностью цветение, кстати, в него очень многие влюбились. В этот цветочек, в этот малыш. Это Амезиела мантикола. Я ее выращиваю с фласки.
Кстати, еще один цветоносик вон лезет. Это орхидея уроженка Филиппин. Произрастает на высоте от 1802 до 2200 метров. И такие прохладные, теплые температуры выдерживает. Очень такие маленькие, как их показать, листики. Ну вот сантиметра, наверное, 3, да? 4 максимум. Ну, конечно, цветок по сравнению... Да, не договорила на последнем нашем собрании. Был просто замечательный экземпляр. Там было, кажется, 3 распущенных цветка. Обалденное было зрелище. Запах у него по утрам очень такой нежный, цитрусовый. Довольно-таки крупный цветочек для такого растения. Ну, если кто-то заинтересуется, можно загуглить. Там, конечно, обалденное цветение. Уже, как вы видите, маленького растения бывает. Вот еще один. Растет так вот он у меня. Сначала был посажен на такую палочку, потом я поняла, что ему немножечко не хватает влажности, и я вот так вот его в такой горшочек, там дырочка, и так вот сверху мох, так вот он у меня и растет. И вот даже расцвел у меня один башмак. Быстро он, конечно, нарастил свою розетку. Есть, которые стоят годами и не растут, еле-еле растут и цветут еле-еле. Обалдеть, тут, кажется, еще один. Ну да. Ну вот есть башмаки, оказывается, которые быстро и легко растут. Такой крупный у него цветочек. Красивый. И название у нас... Да, но тут такой гибрид, гибрид, гибрид. Гибрид гибридович, да. В общем, кому интересно. Красивый такой цвет, очень нежный. Красивый парусник. Ну и вкратце, как я немножечко обустроилась. Так, на быструю, скорую руку. Так вот вся, все вот здесь вот пораставляла красивенько, чтобы мне нравилось. Ну, главное, что цветочкам нравится. Пока что вроде бы не горят и даже расцветают. Ну и вот такой вот у нас, у меня, у нас с орхидеями. Теперь у меня такой небольшой гринхаус. И тут вот то, что цветущее. Поэтому мы вот так вот сейчас и живем. Наслаждаемся красотой, цветущими орхидейками. Здесь они у меня так вот, полное солнышко, конечно. И, ну, конечно, не коридорчик, но в коридорчике не было солнца много. Здесь солнца им побольше, поэтому думаю, им понравится. Главное, чтобы достаточно было солнышка. Я их сейчас полила, у нас очень жарко. И вот так вот они себе красавицы напиваются. Ну, а внутри... Вот так вот расположились. Вон тут даже расцветает попкорнчик. И много чего бутонится. Много бутонов. Это все интермедии. Время интермедии будет цвести. Тут и целлогина еще цветет. Новый цветочек распустился. Какая же она красавица все-таки. Поэтому вот так вот мы переселились. Ну, что сделаешь?
изменения в жизни и в жизни орхидей. Тут еще что-то собирается цвести. Ну, поэтому вот так вот на солнышке все радуются. Думаю, что всем понравится. Ну и все, на этой нотке, наверное, на вот таком вот прекрасном бутончике, который вот-вот и откроется. Буду заканчивать. Всем пышного цветения, всем прекрасного настроения. Пусть ваши орхидейки радуют вас. Всем пока-пока!